к этому да я по. Я так и не поняла вообще-то, что этому, ну, что посылать. В какой форме мать не имеет, что посылать. Я только что не могу. Нет. Иван Орлов. Да, и Иван Орлов. Орлов. И их будет много, да? Очень много. Будет там для фотографий? А, да, очень много. И там будет очень много. И как нужно? Так, я всю неделю, да. Нет, Иван Орлов и институт, это я же просил. Вы что, Слушай, у меня там друг учится. Ну вот, мы на этом знакомы, как его зовут? Мать не раненка. Как еще? Мать не раненка. Нет, нет. Но он на втором пути. Все, побежал. Все, хорошо. Да. Давайте, пока. Пока, спасибо большое. Очень приятно. Нифига себе. А, все же. Это что вы подумали? Нет, нет, да, Валерий, ты очень симпатичный. С вами пошел. Я ему хочу, если пока. Ястреб, Санёк. Мы его не открыли. А я людей сразу из профессии вычисляю. Вот я, честно, я когда человек вижу, то я ему сразу говорю, кем бы он мог так. Значит, кто же ты по профессии? Как будто я не знаю. Я просто так как бы все время интересно, пытаюсь почувствовать. Да, значит, кто же ты по профессии? Пойдем подумаем. Здравствуйте. Это Ксюша. Здравствуйте. Это Ксения. Здравствуйте. А это мама, Наталья Юрьевна. Здравствуйте. Ксюша, давай. Давай. Сюда. Спасибо. Мы вместе. И ваша Thank you.
Я взяла свой этот телефон и положила возле этой стопки на пол, поставила его. И работает. И этот телефон, здорово, такая проекция, подъезд, коридор квартиры, и она захватывает. Так как проекция дальняя, она захватывает полностью коридор от пола до потолка и глоссера, который карабкается в книжке. И кошку, которая здесь ходит, она по полу ходит, полностью кошку. Вот. И вот это вот пока лямит, значит, это идет скрытое, так сказать, со всеми звуками, которые там происходят, кошка не учит, ляли пойдет что-то скажет, глоссер что-то скажет. Потом глоссер возьмет, выйдет в кошке, постоит над ним, опять уйдет. Ну и вот это вот тягомот, там часа два они занимались, вот у нее включено было и снимало. Но глоссер как бы, ну и скорее всего, то есть ему никто не сообщал, что идет съемка. И вот с этой съемочкой она домой-то и отбыла. А глоссер их не пускал, потому что в прошлый раз, когда они были, он у нее изъял все, что она там записала. То есть себя он ей не оставил. Вот, так что это, в общем, вряд ли бы он дал добро на то, чтобы она там тайно чего-то снимала. Но мне показалось в какой-то момент, когда я просматривала, что он понял, что она снимает. То есть предположил. Ну, решил, ладно, блин.